Итак, всем привет, с вами Соня, и я думаю, вы заметили, что обстановка за ними немного поменялась, и это потому, что я снимаю видео у дедушки на даче. Да, я сейчас у дедушки на даче, а не где-нибудь там в городе, в Греции или дома, как, думаю, подумали многие. Сегодня, как бы, такое видео, оно немножко просвещающее, потому что я расскажу, что я планирую сделать в ближайшее время, и надеюсь, вам будет это полезно. В общем, давайте начнем. Первое, это то, что я была недавно в Греции. Тот, кто смотрит мои социальные сети, тот, думаю, знает это. В Греции я была на сборах по плаванию. В ближайшее время я выложу влоги моей поездки в Грецию, и думаю, вам это понравится. Второе, это то, что в ближайшее время я сниму хол про мои покупки в Греции. Да, это немножко не соответствует моему вложенному каналу, но я решила, что, блин, ну я столько всего накупила в Греции, что не поснимать-то, что не снять про это видео. Я немножко расскажу о Греции, там, где мы были. Это отдельный остров, называется он Корфу, но об этом во всем я расскажу в своем холле. И третье, если вы смотрели мое видео про Америку, да, это было не шутка, это серьезно, я уезжаю в Америку, и я уезжаю уже через месяц, даже немножко меньше, и уезжаю я в Кентукки. Не волнуйтесь, я не буду бросать свой канал, я, возможно, заведу второй канал, но он будет уже на английском языке, точнее, на американском, неважно, они все одинаковые. Вот, и я думаю, вам тоже понравится, потому что я там буду выкладывать все, что как бы связано с Америкой, как я живу, что я делаю. И все, в общем, весь мой год, который я проведу в Америке, будет запечатлен на моем канале. Вот так вот, это было такое просвещающее видео, и на этом все. Надеюсь, это видео было для вас полезным, хотя я немножко сомневаюсь, но я очень на это надеюсь. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. Да, понравилось это видео, конечно. В общем, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал вот там вот внизу. И помните, что я вас очень сильно люблю. Вы для меня самые-самые. Будьте счастливы и пока!